Какая круто. Офигительно. Вот так вот. Понимаете, наверное, нет никакой другой профессии такой, когда ваши пациенты вам высказывают даже не словами, а вот так вот звуками. О, а, кайф. Вот тут, да. Знаешь, насколько это воодушевляет профессию массажиста, я не знаю, ни на что бы я не применял. Да, это сильнее делаешь. Ой, я прохрустывание не почувствовал. И да, даже, кстати, можно уже прохрустить, сильнее нажать вот в верхней части грудного отдела. И амплитуду тоже можешь менять, можно побыстрее делать, да? Дробно так, а можно так поглубже, посильнее. Если почувствовал у него где-то вот проблемку, например, да? Вот тут у него было, да? Ну, прям в это место. Вот так. Сильнее. В каком другом месте так. Угу. Только на осистые отростки не дави. Вот, вот здесь осистые, не давите. Вот они. Ага, по центру. Да, по центру. Угу. Ну и теперь вот это вот движение, да. А я еще. Выжимку, да. Офигенно. Серьезно, приятно? Да, вообще классно. Это почувствовал. Я прям реально вот чувствую, что ты что-то поднимается как вот вверх, а когда руку убирает, вот так вот. Волна какая-то. Да. Вот это, косточки распрямляются. Да. Позвонки на место встают, вот волшебная сила в наших руках оказывается, а мы отходим, не замечаем этого. Тут прямо в косточки подбивай, в них подбивай. Поэтому тебе вторая рука будет мешать здесь, а с этой стороны помогать. Да. Не бойся, можно посильнее ему сделать. Терпимо? Терпимо. Смотрите, еще бывают такие вот нюансы небольшие. У некоторых людей лопатки так выпирают прямо, да? Тогда руку можно опустить вниз, если лопатки разглаживаются, как бы уходят вот сюда в сторону. Ну, скажи кайф. Да. Да, о, да. Оу, еще. Да, это мышца, ты ее уже разминаешь, да. Но вспомни, мы опять сейчас делаем вибрации, то есть мы должны раскачивать сначала. Разминка – это следующий этап нашей работы. Ну вот, отлично, молодец.